В Тверской области стартовал финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Наш регион в решающем этапе престижного конкурса представляют 11 человек. Они будут соревноваться в компетенциях из самых разных областей – туристической, промышленной, сельскохозяйственной. С двумя молодыми профессионалами Верхневолжья удалось пообщаться и нашей съемочной группе. Ивану Крюкову всего 15, а его уже можно назвать профессионалом своего дела. Юноша учится в Мокшинской средней школе и собирается освоить профессию администратора отеля. Первые, но достаточно уверенные шаги на этом поприще уже сделаны. Школьник прошел финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» и готов биться за победу в конкурсе в компетенции администрирования отеля. Как признается Иван, путь к финалу выдался непростым, но интересным. Было сложно, но в этом, как я и сказал, вся прелесть. Нужно уметь импровизировать, а также знать английский язык, в чем я, считаю, справился. В конкурсе мне представлялось заселять, выселять гостей, а также справляться с экстраординарными ситуациями, вроде пожара. С не менее каверзными заданиями приходилось справляться и студентке 4-го курса Тверского колледжа сервиса и туризма Алине Житковой. Впрочем, девушка уже давно осваивает свою профессию и не намерена останавливаться. Я с 8-го класса была уверена, что я хочу поступить на гостиничное дело. Мне было интересно изучать, как все это происходит, всю внутреннюю структуру отеля. Сейчас мне интересно, да, может быть, даже поступлю дальше на высшее в этом направлении. Вместе с Иваном Крюковым и Алиной Житковой в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» наш регион представит еще 9 талантливых ребят. Наши земляки будут соревноваться в компетенциях кирпичная кладка, программные решения для бизнеса, графический дизайн, агрономия, полимеханика и автоматизация, а также цифровая метрология. Примечательно, что в компетенции администрирования отеля представители Верхневолжья на национальном этапе будут принимать участие впервые. Это беспрецедентная ситуация, чего мы очень рады, очень надеемся, что это из-за того, что у нас есть такая хорошая связка взаимодействия между Министерством туризма и колледжем сервиса и туризма, и это означает, что мы на правильном пути. Есть успехи у представителей Тверской области в других направлениях. Так, в компетенции полимеханика и автоматизация Верхневолжья на национальном этапе представляют 3 человека, 2 взрослых и 1 юниор. Мы надеемся на золотые медали, что наши ребята принесут. И, что самое главное, те технологии и те программы, которые сейчас дают ребята непосредственно в заданиях, это реальные задачи производства, которые интегрированы в образовательный процесс и через элементы WorldSkills являются системой оценки молодых специалистов для подготовки на предприятии. Финал национального чемпионата будет проходить на площадках профессиональных образовательных организаций Тверской области, а также специализированных и международных центров компетенций. 21 сентября будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования на своих площадках. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.